Привет всем! Вас приветствует канал Лига Music Wars. А прежде чем мы перейдем к основной новости, ребята, я хотел бы вас попросить о небольшой помощи. Мой канал существует уже 9 месяцев, и я не могу подключить на него партнерку, потому что не могу добраться до 500 подписчиков. Я знаю, что меня смотрят многие, в основном приходят с других каналов, но не подписываются. Я понимаю, конечно, что попрошайничество — это плохо, но в моем отношении, то есть, можно 9 месяцев страданий, можно же чем-то хотя бы вознаградить. Так, а сейчас еще одна интересная вещь. Вы знаете, я уже анонсировал видео о том, что я вытащил 6 ситхов. Я его не хочу проапгрейживать. У него, видите, усиление идет плюс 1 за каждый, получается, удар. То есть он максимально дает 10% к силе. И вот здесь я вытащил жнец Дудж, который дает 2% восстановления здоровья от удара. И вот я не могу решиться, ребята, что из них оставить. Существующая моя, получается, дага 23 уровня. Ну, я хочу от нее избавиться. То есть, ну, она уже совсем никакая, то есть, поэтому надо сменить немного оружие. Недавно сменил свой, получается, мортирчик. Сменил его на Томми Ган. Очень интересная вещь. Выпал тоже. Очень доволен. Вообще ждал, конечно, я АК-47. Но это даже круче. Вот. А сейчас мы перейдем сразу к основной теме. Это сами халявные рубины. Просто за счет мощности вашего компьютера. Если вы знаете, что CoinSub анонсировал, получается, вот, смотрите, бесплатную программу. Очень интересная программа, я не мог как бы вам ее посоветовать, пока полностью сам ее не протестировал. Я сейчас вам покажу во второй части видео о том, как выводятся рубины. То есть, ну, я просто так закидывал себе их целую пачку. У меня, по крайней мере, доступ есть к компьютерам, и поэтому для меня сильно большой проблемы нету. Так, вот, вы переходите по ссылочке. И здесь есть программка. Вот такая. Вот тут вот скачайте для своего. Обязательно нужна винда. Он работает на, получается, семерке, восьмерке, десятке. Не работает на серваках. То есть, ну, программа стандартная вполне. Вот, дальше. Эта программа вот у меня стоит. Вот так вот она выглядит. Я, по крайней мере, знаете, я сильно в майнинге не разбираюсь, у меня компьютер не настолько навороченный, чтобы мне, получается, влезть в большую очередь майнинга, получается, криптовалюты, поэтому для меня это один из самых более-менее адекватных выходов. Но вот она мне, получается, за сутки приносит 4 рубина. Но для меня полностью это невыгодно, поэтому я пока сижу за компьютером, вот я ставлю, получается, видите, здесь есть бегунок такой, вот она ставит, видите, по мощности там, это процессор, загрузки процессора. Сейчас у меня на моем, вот, загрузка процессора, вот смотрите, она отъедает всего 25% моего проца, то есть из моих 8 процессоров, то есть я поэтому не сильно напрягаюсь по этому поводу, то есть, ну, более-менее адекватно. Не ставлю я, получается, использовать графический процессор. Если я его включаю, то есть у меня сразу колом видео все встает. Его можно использовать только когда вы, допустим, смотрите видео или куда-то отошли, или еще что-то. Ну, в общем, не сразу. Так, что еще интересного? Вот, у меня, получается, я только начал использовать. У меня 4 моих друзей, кто присоединились, спасибо им большое. То есть они вот спокойно тоже майнят. То есть все это идет. Ну, это представьте рубины просто на халяву за счет того, что вы сидите. Вот я вечером сижу, играюсь, и она вот у меня включена, и она спокойно сидит, работает. Для меня сильно не напряжно, и для процессора потратить 20 своей мощности на какую-то вещь, а вам, получается, это просто реальные деньги. По крайней мере, что-то хотя бы будет возвращаться. Вы скачаете программу, когда на свой компьютер, она устанавливается, все, то есть полностью без проблем. В начале, когда у вас будет высказано, скажет, вы пользовались этой программой, у вас будет два на выбор, получается. Ну, выберите русский язык, нажмете «нет», это... и после этого уже
Ну, имею в виду, он вам скажет ввести email, вы вводите email, вам, получается, приходит на email код, и вы его вводите, и он вас пропускает во второе меню, где просит ввести код вашего реферала. Вот это имею в виду, вот мой код, я его оставлю в описании. Он вам даст дополнительно, ребята, несколько уровней. Ну, сразу же в самом начале, получается, у меня он не сильно навороченный, у меня, по-моему, уровень он второй. Но все равно это даст вам дополнительно свои плюшки. Еще раз говорю, не использовать программу на полную мощность. То есть, допустим, за час она, получается, если крутить, будет добывать всего пол рубина, наверное. Примерно где-то так, в среднем. Если я включаю вот эту кнопочку, кстати, очень интересно, у меня заработок рубинов подпрыгивает до, по-моему, 15 в день. То есть сразу же. Ну, я ради прикола такую вещь проделал один раз. Ну, прикольно, кстати, получается. Вытаскивает вообще не нахти. Ну, а сейчас давайте, наверное, к самому выводу рубинов. Сейчас я пока буду комментировать, потому что записывал я это все уже немножко раньше. Мне просто было интересно, сколько я вытащу рубинов и как она вообще, программа, работает. То есть тестирование же должно быть какое-то. Поэтому давайте будем смотреть. Деньги, деньги, трепи, деньги, позабыв покойный день. Делай деньги. Делай деньги. А остальное все трепи, деньги. Давайте начнем рассматривать ее. Вот у меня сейчас два рубина. То есть я захожу на пополнение, вытаскиваю свой ID, работаю я через центральный сайт, хотя играю, ребята, через Facebook. Так, вот, это я первую установку свою сделал, это вот я заработал, видите, у меня аккаунт еще здесь 6 уровня, то есть я нажал, говорю, ну давай попробуем, это мой первый вывод, мне было интересно. Это я 11 рубинов получал за выходные, то есть это я в пятницу первый раз ее запустил, и субботу-воскресенье, получается, она мне майнила, и вот мне 11 штук натаскала. И, в общем, я первый раз нажал и жду. Он мне должен какое-нибудь, думаю, сообщение может выдать. Там такой, о, вы получили там куча рубинов, все, перейдите на свой аккаунт. И я сижу, жду. Думаю, ну что-то должно же быть такое вот. Ну, напишет же процессинг вроде как бы, ну, имею в виду, должно что-то. Но потом подумал, думаю, дай-ка я посмотрю, все-таки пришли или не пришли рубины. То есть я пошел переключаться на свой основной аккаунт и оп, у меня пластво 13. Я думаю, нифига себе, то есть я только что 30 рублей на халяву получил. То есть я, о, ну-ка давай посмотрим еще раз. Теперь я вот тут смотрю, видите, дальше зашел на следующий аккаунт, то есть оп, и пошел 5 рубинов сразу же вывел. Он мне также процессинг пишет, я не стал ждать, сразу же свернул и к себе на основной. И сижу, жду. Думаю, сейчас должно же что-то произойти. Ну-ка, опа, и 5 рубинов пришло. Сразу же, почти махом. Думаю, ну и клево. Ну-ка, следующий. То есть, да, тут у меня слабоватенький он. То есть, поэтому, ну, ничего страшного. Давайте к третьему и опа, сразу же вывод еще семерик. Хорошо, мне ребята помогли, спасибо им большое, что я их компьютеры использую, они все равно свои компьютеры не используют по мощности. Отлично, 25. И еще последний, кто из ребят не помогал, то есть вот тоже 3 уровня. И здесь можно было, конечно, подождать до 5, но так как я писал видео, мне не было возможности, и поэтому я просто так выводил. Вот, и получается у меня, что я получил, то есть, ну, грубо говоря, 29 рубинов, 29 за один день. То есть это были, получается, у меня выходные, за которыми я сидел, а в понедельник я себе баланс полностью пополнил. Из него я как раз, ребята, вам и подарки
все вытащил. Спасибо большое всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Будем дальше смотреть, как можно добывать рубины, какую-нибудь халяву схватить. Я обязательно буду искать. Всем спасибо. Всем счастливо!